Вот, нет, я начал, блядь, как... Не знаю, где я, блядь. Угу. Но... Это ты имеешь в виду снаряды или дождик? Снаряды. Снаряды, блядь, пи***ц, Мишка. То есть ты между Луганском и... Я в общем, неподалеку от Кременной, в сторону Красного Лимана. И продвигаемся в сторону водохранилища. Граница-то более не есть, я так понимаю, на броне-то, да? Да почему? Мы на передке стоим. Ну почти нахуй, впереди меня вот как раз Юрка Шипилов был. Ну я ему звонил, он раненый лежит. И ему, блядь, в предплечье ебнул осколок нахуй. Да, вот он, ну, много чего рассказывал, как говорится. О, у них, говорит, вообще хуевенько было, говорит, не пожрать, ничего толком. Ну, что, говорит, далеко... Голову не высовывали нахуй за копки. Да. Их объебывало капитально. Да, он говорит, вот сколько Лёха мог продержаться, столько продержался. И то, говорит, мины-то были бы, говорит, ерунда, из танка вальнули, говорит. Да. Быстро очень, говорит, хрен поймешь, говорит, даже. Да, они даже не шумят нихуя. Ну, а Мишань, бывает, как ее, падешь, не падешь, а как, груз 200-то много, нет? Лёха, вот из Юркиной бригады, с их команды, человек, что ли, видать. Сколько? 10 человек, да? Да, 10 из 100. Ай-яй. Вот, 300-х до хуя. Нахуй, Лёх, видишь, дрон летит, нахуй, хуяк, яичко скидывают на тебя, нахуй. Чё? Бум. Чё? 4 человека, нахуй, 300-х. Как минимум. Да, а он, блядь, ну, потому что летит, нахуй, ты жрёшь, а он тут летает, пи***ть на тебя, нахуй, всё. Ну, а и так, ты взбивает маленько, Мишань, дрон-то? Ну, Лёха, а нахуй они нужны, блядь, потому что, нахуй, ты свою позицию сразу даёшь. Слушай, а так они подлетают, что, они не знают, что тут позиции? Они ищут большое скопление народу, и где техника стоит. Ну их, я так понимаю, больно-то не попускает все равно. Ну как, слушай, ты каждый день, блядь, вон 3-4 дрона, блядь, пи***ть, с татком смотрят, с двух сторон, блядь, оп. Угу. Ну а так, что, мужики, говорит, народ хватает, Миша, нет? Нет, конечно, что, через с теткой разговаривал, после, ну это, в Орловской области. Ну, и кто-то ей там сказал, типа, говорит, после Нового года, говорит, вообще, говорит, полный, скорее всего, мобилизации будет. Да. Ну вот. Ну, тут понимать, что зима впереди, они этого все равно боятся, мне кажется. Лех, я тебе скажу больше, у них они намного-много лучше, чем у нас. Угу. И им похрен, от зима, по идее, может. Да? Лех, они 8 лет окапывались здесь. А им похую на эту зиму. У них тепляки, ночники, нахуй. А ни хуя ни тепляков, ни ночников, ничего нету. Ничего нет. Да конечно, вот нет. Ну, нас сместит, останется. Чего там, блядь? Да. Скажи, слава богу, арта, еще как бы грады работают хорошо. Ну, грады, да. А вот эти вот, ебаные, блядь, артиллерия, нахуй. Королева, блядь. Войны, нахуй. Мы ей сами пипы даем этой артиллерии своей же, нахуй. Она по своим же ложит. Смотришь, да, вперед, нахуй, а прилетает сзади. Про сухпоёк тут вообще забудь. Да понял, про сухпоёк забудь вообще? Да, и тут не дают, и нету их, нахуй. Угу. Вот. Воды, нахуй. Полторашку на 2 дня. А я, блядь. Больше вот. Нигде не возьмешь. Если только дождик. Она вот эта война, ну никому ведь не нужна, блядь. Ну? Только народ, блядь, поубивает, вот что. Да, да.